мы передаем данный автомобиль Луганскому штабу студенческих отрядов, который уже совместно с российскими студенческими отрядами совместно работает с 2015 года. Огромное количество объектов, которые необходимо восстанавливать на территории Луганской области, требует, чтобы ребята, штабисты могли объезжать, помогать, курировать. Но сама идея передачи автомобилей родилась на Всероссийском слете студенческих отрядов, который прошел в Кемерово. Привлекли ребят, которые креативно подошли к оформлению, здесь символика студенческих отрядов, и символом данного автомобиля стала синичка, синичка как надежда, как весна, как возрождение. Мы передаем частичку сибирской души туда, чтобы на сегодняшний момент они чувствовали, что мы вместе, что мы идем к одним целям, и этот автомобиль, ну, поможет достичь цели быстрее.